Добрый день всем. Я вернулся наконец-то из отпуска. Обещал, что когда закончу свои поездки по морям, опять покажу что-то интересное. Для вас интересное и, главное, полезное. Ребят, интересное есть, а полезное как бы не совсем есть, когда показывать. Понимаете? Некоторые люди там заходят случайно на мой канал, но есть у меня уже такая группа зрителей, которая как бы постоянно следит за хроникой, и, может быть, даже их кое-что поджимает. Там нужно, например, к экзамену что-то понять, разобраться в каком-то вопросе. Ну, за всеми не успеешь. Я, когда начал первое это видео, поставил где-то в районе Нового года свое, когда начинал это. До лета было еще так далеко-далеко, и кому было интересно это объяснять. В двух словах, ребят, ситуация такая. Фирма моя занимается, работает под помидорной фабрикой. И развозим мы по супермаркетам, по базам разным, по разным клиентам, томатные соусы, помидоры. Это главная работа фирмы. Есть все по чуть-чуть, но там львиная доля – это помидоры, да? Значит, в связи с этим фирма имеет флот около 100 прицепов, вот таких, как вы видите за спиной, других чуть-чуть типов, с нержавеечными ваннами сверху, эти съемные, некоторых уже фиксированные, около 100 прицепов, которые стоят весь год и ждут своей работы, которая производится, проходит у нас в августе и почти весь сентябрь. Это называется, по-ихнему называется компания помидор, то есть по-нашему просто уборка, да, то есть мы забиваем эту фабрику свежими помидорами. Это работа, которая больше смахивает на сельскохозяйственные работы, то есть ребята, которые работали в колхозах, на стройках, здесь тоже есть чему поучиться. Потому что есть очень паршивые заезды, после дождя мы буксуем, тащат тракторами. Ну, короче, поле, да, вот надо здесь, короче, ситуация у меня получше, потому что я заезжаю на асфальтную площадку, эти ванны, которые вы видите у меня за спиной, они, сейчас я разгрузил ночью, привез пустые. Маленьким, по одной, маленьким трактором он тащит за комбайном. Я покажу кое-что вам, но много я показать не могу, потому что подписывал кучу документов. Они там прям шифруются, они разглашения. Это помидорная фабрика, не хочет, чтобы видели, как собирают помидоры, где эти помидоры растут, как они выглядят. И я не могу изложить весь материал. Но кое-что все-таки вам покажу. Это не будет, может быть, полезно, но будет... Может, кому-то будет интересно. Это к тому я вообще это ставлю и это показываю, что то, что касается маневров, да, то, что касается маневров, я не совсем смогу так, как раньше, показывать, потому что не буду иметь в наличии, не будет у меня нормального прицепа, того прицепа классического, на котором вы ездите. Этот еще похож, но большинство у меня на спарке идут, две спарки, одинарная и открыто, другое, совсем другое. Но тем не менее, я обещаю, что до сентября я кое-что поставлю, только единственное, что вы должны понять, что у меня на данном этапе другая работа. Два месяца другой работы. Это так уже длится. Я уже 11 лет работаю. И 11-я это моя уборка. Но во время этой уборки я занимаюсь другой работой. И чуть-чуть не то, что было на протяжении года. Это я говорю и показываю для тех, кто следит последовательно за моими видео, чтобы понять, что вообще происходит, где я пропал, почему не... Ну, пропал сначала на отпуск, да, а в данной ситуации, вот у меня начинается сегодня второй день, вот эта уборка помидор. И это, на этой уборке я буду выходить, ну, чтобы вы были в курсе, что до сентября на белый прицепик хороший я не возвращусь. Ну, давайте услышимся тогда, а то мне вон уже звонят, надо отвечать. Я вам кое-что покажу, я думаю, вам будет это интересно. Thank you.
Ну вот видите, приблизительно так все происходит. У нас вот такой катерпиллер, дедушка. Кстати, я не знаю для чего, но для такого погрузчика здесь стоит 180 лошадей V8, дизельный V8. Ну это, вы знаете, американские причуды, они, у них это может быть и небольшой, не знаю кубатуры, но V8 двигатель здесь стоит дизельный. Такая штука, она, ванна приблизительно весит около 5,5-6, до 6 тонн максимум, одна, да, одна груженная. Но тут, если вы видите, кто разбирается, еще удлинители, потому что на такой короткой ножке она может брать больше. А удлинители, чтобы пробивать насквозь 2,50, чтобы было насквозь весь, всей ванны. И при таких раскладах, честно вам скажу, он, наверное, в перегрузе, потому что если я даю газку, иногда отрываются от земли задние колеса. Ну вот такую технику мне приходится эксплуатировать летом, ребята. Видите, уже у нас есть 4 штуки, и сейчас уже потихонечку, фактически машина уже стала в уровень. Сейчас последняя здесь спереди зайдет, кинем ремешок и будем выезжать. Чуть-чуть много времени сегодня потерял здесь, но не всегда бывает все хорошо. Вот такая у них здесь местность, огород, заброшенная какая-то сельскохозяйственная фирма. Ну, здесь снимает кто-то, живет сейчас. Куча техники, которая пылью припадает, все пропадает. Короче, нет хозяина. А этот хозяин здесь снимает местечко близко возле поля, чтобы завозить сюда эти свои ванны. И мы здесь грузили, чтобы я машиной не заезжал на поле. Кстати, об заезде на поле покажу вам потом. У меня еще есть прицепы, где двойные колеса. Вот когда приходится на поле заезжать, вам, наверное, не пригодится. Но мы берем те колеса, которые имеют две спарки, задняя одинарная. Потому что на таком прицепе, на поле груженным, сразу проваливается, и он садится. Ну, я думаю, у нас дома ребята, кто работает в карьерах, и на стройках, и в колхозах, хорошо это знают и без меня. Ну вот, ребят, все 5 загружены, все привязаны. Здесь, как я и обещал, что угадаю, потому что прицепы я уже знаю, как, где сзади начать. Зашла в последнюю впритырочку,
и можем стартовать. Все, в путь, поехали. Вот, трогаемся с этого нашего сада. Дорога здесь, вот видите, тут огуречки, все, люди с Молдавии любят сельское хозяйство, ходят как дома за этим, а я им тут чуть-чуть помну шланги, потому что тут угол такой, что расширяемся, а прицеп все равно залазит в кусты, вот так приблизительно. Но это еще здесь очень хороший выезд, да, потому что я вам покажу, будут намного интереснее, видите. Прицеп заваливается чуть-чуть в кусты, но там твердо, нету никакого врага, ничего. Правая сторона близко пускаем, ну и он выходит почти по дороге. А там уже выходим на асфальтную дорогу, и все, и поехали.